глухоязы. Свяжем мы сегодня японского глухарика. Крючок Чинуэр 08. Глухарик будет со здразиками. Поэтому вставляем буравчик. Сжимаем на пайку. Здразики будут 8 размер. Сапфиры. Лепляем разики. Обжимаем. Головка будет черная. Вам лента. Прилепили. Подхватываем монтажка это дело. Протягиваем сверху. Точку атаки. И вон грин. Ну, собственно говоря, точку атаки можно сделать любой. Делали нашу точку атаки. Кожики будут Модера Арафил 98-37. Ну вот именно в такой раскраске он у меня в прошлом году хорошо работал. Конский волос. Надо было сначала конский волос закрепить. Ну, как всегда у нас все ну и основной наш элемент. Вернее, ости пера, остового пера глухаря.
так вот формировали конусное тело. Маленько его можно плюснуть. Так вот, монтажка нам больше не нужна. Перо глухаря надо скрутить против часовой стрелки. Сильно не усердствуем, чтобы не порвать его. Ну и все. Начинаем потихонечку обматывать. Когда против часовой стрелки при намотке она будет докручиваться. Ежели в другую сторону, такого не произойдет. Но опять же, смотря в какую сторону вы мотаете. Так. Головка. Вино. Хватили наши перышки. Лишнее обрезали. Коротковатое перо. Вернее, ости пера. Ну ж, какое есть. Сделали контрольный узелок. Начинаем формировать наши, не формировать, а крепить наши вожжи. Первые две, три промотки делаем по вожжам. Прямо вот, чтоб носик такой получился. Ну и пошли с одинаковым шагом. Крепим вожжики вдоль нашего тела. Повторяя изгиб крючка. Последний оборотик и крепим наш вожжи. Для начала волос. Обстригали вожжи назад. Отводим. Обрезали. Перо с одной стороны
сковородке. Обернем. И той стороной, которую удалили бородки, укладываем к нашей головке. Все, один оборотик. И закрепили. Финишный узел. То, что у нас остались здесь торчать, я такими щипчиками обкусываю. Ну, собственно, и все. Осталось проволочить. Вот треугольная. Линка у нас получилась.